Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет о стильном смартфоне от компании Vivo под кодовым названием V17. Совсем недавно я делал обзор на его младшего брата V17 Neo, и многим он не понравился ввиду того, что там был установлен процессор от MediaTek. В этом же аппарате установлен процессор от Snapdragon, поэтому если вы относитесь к категории людей, которые скептически относятся к МТК, можете вздохнуть спокойно. Стоимость данной новинки в модификации 8 128 ГБ сейчас составляет 22 990 рублей. Немало, конечно, но это старт продаж, и для многих не является секретом, что на новинке цены всегда немного завышены. К примеру, цена на тот же Vivo V17 Neo месяц тому назад стартовала от отметки в 19 990 рублей. А вот сейчас его можно найти чуть ли не на 5000 рублей дешевле. Кстати, на Vivo V17 до 13 января действует акция, и при его покупке в подарок идет еще и бюджетник Vivo Y91C. Поэтому давайте вместе изучим данный аппарат и выясним все его достоинства и недостатки. Вы на канале Smart Life, поехали! В комплектации вы найдете инструкцию, гарантийный талон, кабель USB Type-C, силиконовый чехол, зарядное устройство на 9 вольт 2 ампера, добротную гарнитуру, ну и, собственно говоря, сам смартфон, на который уже наклеена защитная пленка. Продается смартфон в двух вариациях цвета, сине-голубом и жемчужно-белым, как в моем случае. Диагональ смартфона составляет 6,38 дюйма при соотношении сторон 19,5:9 и Full HD плюс разрешений. Матрица Super AMOLED, переднее стекло имеет закругление 2,5D, а лифовное покрытие на пленке также есть, палец скользит уверенно. В верхней части расположилась фронтальная камера и разговорный динамик, индикатора событий, к сожалению, тут нет. Внизу 5-мм подбородок. Управление можно осуществлять как с помощью жестов, так и с помощью на экранных сенсорных кнопок. На верхней грани видим дополнительный микрофон громкой связи либо шумоподавления и 3,5-литровый джек для наушников. С правой стороны пластиковые кнопки управления громкостью и питанием. Внизу перфорацию разговорного динамика, разъем USB Type-C и отверстие разговорного микрофона. С левой стороны комбинированный лоток под 2nanoSIM либо nanoSIM и microSD карту. Сзади видим логотип компании Vivo и, я бы сказал, дизайнерское исполнение основной камеры, состоящей из 4 модулей со вспышкой. Смотрится это красиво и ново, и за это Vivo отдельный респект. Значит, задняя крышка смартфона на свету красиво переливается, выполнена она у нас, к сожалению, из пластика, как и боковая грань, основа смартфона тоже у нас пластмасса, то есть Vivo пока своим традициям не изменяет, все у нас смартфон пластиковый, хотя не все, вот здесь у нас сама камера покрыта непосредственно стеклом, и вот эта вот боковая грань, ободочка у нас выполнена из металла, то есть элементы стекла и металла у нас присутствуют. Значит, сборки никаких претензий нет, так деформации нет, крышка нигде не прогибается, все кнопки сидят плотно, в этом аспекте все у нас хорошо и в порядке. Касаемо габаритов, давайте сопоставим с моим Pocophone F1. В принципе, чем-то они схожи по ширине, ну, по высоте немножко больше, но так, в принципе, в руке лежат они одинаково хорошо, что один, что второй, то есть эргономика мне понравилась. Спереди у нас такой вот у нас подбородок не самый компактный, конечно, но не самый большой, видите, на Pocophone F1 немножко побольше, и вверху у нас здесь такая вот капелька, то есть, в принципе, в целом эргономика достаточно хорошая и удобная, благодаря тому, что здесь у нас такие вот покатые края, то есть ничего в руку не врезается. Давайте оденем комплектный силиконовый чехол. Достаточно такой вот плотный чехол, добротный, я бы так вот его охарактеризовал. Значит, выпирает у нас здесь, благодаря этому у нас можно класть смартфон на ровную поверхность, и пленка у вас царапаться не будет. И также камера у нас перекрывается вот этим родным силиконовым чехлом. То есть в этом аспекте все хорошо. Ну и как видите, в силиконовом чехле смартфон тоже смотрится достаточно симпатично и красиво. В общем, внешний вид и сборка у смартфона вызывает положительное впечатление. Но материалы корпуса могли бы поставить, конечно, заднюю крышку из стекла. Работает смартфон под управлением фирменной прошивки FunTouch OS 9 версии на базе 9 Android. Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления и с переводом на русский полноценный. Давайте быстро пробежимся по нашей прошивке. Значит, что у нас здесь есть? NFC включается, выключается, OTG. Значит, в экране можно включать темную тему. Очень хорошо, что она здесь есть. Для AMOLED-дисплея это хорошо, то есть снижается потребление энергии. Также у нас здесь цвета экрана, то есть можно менять цветовую температуру дисплея, более яркие режимы, более насыщенные, все у нас стандартно. Функция Always On Display тоже у нас здесь присутствует, тоже очень хорошо, у кого зрение от AMOLED экрана устает, здесь она у вас уставать не будет при включении данной настройки у нас. Еще вот здесь есть функция Always On Display, опять-таки для AMOLED экрана, то есть на выключенном экране у вас будет отображаться время, процент заряда и пропущенные вызовы и сообщения также будут отображаться, то есть по сути индикатор событий здесь у нас этот Always On Display практически исключает недостаток. И что еще хорошо я заметил, что вот можно
в специальных возможностях включить оповещение с помощью индикатора. То есть, когда вы смартфон кладете на ровную поверхность, при пропущенных вызовах и сообщениях у вас мигает именно светодиод задней вспышки. То есть, это тоже хорошо, и это хорошо. Ну, там всякие управления одной рукой, все у нас здесь хватает, управления жестами дополнительные там всякие. То есть, в принципе, функционал у смартфона достаточно неплохой, и здесь все у нас всяких дополнительных настроек хватает. Так, хорошо, ну давайте посмотрим, как у нас лаунчер работает, все шустро, быстро, с этой стороны лента виджетов, здесь у нас Google сервисы были все предустановлены, также в инструментах есть FM-радио, что немаловажно, верхняя шторка у нас служит для различных уведомлений, а вот привычные настройки, быстрый доступ к различным функциям, вот с этой стороны вызывается вот таким вот образом, в какой-то мере, если пользоваться вот рукой, то вызывать это немножко будет удобнее, я бы так вот сказал. А так, управление жестами, в принципе, реализовано по стандартной схеме, то есть, либо с этой стороны, либо с этой стороны назад. В меню мы переходим снизу вверх, вот так вот, снизу вверх, задержали список последних приложений. То есть, все у нас здесь стандартно. Ну, давайте по привычке запускаем наш Play Market, скорость открытия нормальная, то есть, в принципе, все у нас здесь стандартно, никаких таких вот глюков, подтормаживаний, все открывается достаточно шустро, то есть, оптимизировано, а в целом хорошо, каких-то претензий у меня к программной составляющей у смартфона нет. То есть все прогружается быстро, четко, без каких-либо проблем. Очень хорошо, что у нас звонилка здесь поддерживает запись звонков. В последних смартфонах от Xiaomi такой вот вырезали запись звонков. Здесь не вырезали, все в порядке, то есть можно записывать без проблем. В общем, по программной составляющей все здесь в порядке, никаких проблем нет. Давайте проверим работу сканера отпечатков пальцев. Значит, ну что могу сказать, такой вот стандартный сканер в экране, отрабатывает в целом хорошо, претензий у меня к нему нет. Да, не мега быстро, если сравнивать с обычным, но в целом как бы для сканера в экране то работает хорошо. Функция Face ID тоже работает без проблем, то есть пользоваться всем этим делом можно без раздражающих факторов. Значит, работает смартфон под управлением процессора Snapdragon 665. Это у нас 8-ядерный процессор, выполненный по 11-нанометровому техпроцессору. Графический чип Adreno 610, разрешение Full HD+, плотность пикселей 404 ppi. Оперативной и постоянной памяти есть две модификации, 8128, как у меня, и также есть версия 8256. Значит, по поводу датчиков, тут у нас, можно сказать, полный набор, NFC, все остальные датчики также у нас здесь присутствуют, за исключением датчика холла. Ну, как бы сейчас он становится такой вот большой редкостью. Мультитач у нас здесь на 10 касаний, с сенсором все замечательно, с Wi-Fi модулем тоже все без проблем, через 4 стены пробивает уверенно, поддержка полосы в 5 ГГц у нас здесь есть. В Antutu наш телефон набирает 184 тысячи баллов, достаточно хороший показатель для этого процессора, могу сказать. В Geekbench 5 версии такие у нас результаты, и в 3DMark тоже, в принципе, показатели стандартные для данного процессора. А теперь давайте остановимся на нашем экране. Экран, как вы уже помните, у нас Super AMOLED, ну это, конечно, ощущается, то есть видно, что у нас такие вот насыщенные цвета, хорошие углы обзора тоже AMOLED-дисплея немного лучше, чем у IPS. Ну, экран качественный, то есть и плотность пикселей хорошая, и углы обзора хорошие, и как бы по запасу яркости все у нас здесь в порядке, то есть и DC Dimming есть. К экрану претензий нет, то есть он, в принципе, для как бы смартфона этого очень даже себя хорошо проявляет, то есть видно, что качественный. Телефон работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. То есть здесь с 4G сетями проблем у вас никаких не будет. А качество разговорной динамики микрофона нормальное. Слышал собеседника отчетливо, и он тоже меня слышал хорошо и без каких-либо помех. Значит, звук в наушниках хороший, годный. Значит, есть поддержка кодека IPTX, а это уже хорошо. То есть, имея качественные наушники, уверяю вас, в целом будете довольны звучанием и в наушниках. То есть здесь все у нас здесь в порядке. А теперь давайте проверим звучание внешней динамики. Насколько он здесь хорошего качества. Внешний динамик тоже достаточно неплохой. Немного, конечно, выпадает средний спектр частот, но в целом, как бы, по запасу громкости, подхлипывания, репения здесь нет, удачное расположение, как бы, и низкие с высокими частотами отработаны достаточно неплохо. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице сегодня ясная, солнечная погода. Значит, спутники ловят он отлично. В районе 20-30 спутников определяют. Это отличный показатель. GPS Glance CBD, поддержка у него есть. Экран при первых солнечных лучах тоже показывает себя отлично. Пользоваться им можно без каких-либо проблем.
Значит, в игровом плане смартфон себя проявляет в таком вот среднем уровне, я бы так вот сказал. 665 Snapdragon не является таким вот мегамощным. То есть такие игры, как Asphalt 9, графика вам придется выставлять на среднем уровне. То, видите, небольшие такие вот подергивания присутствуют. Значит, PUBG тоже на средних показателях. Да и танки лучше, комфортнее на средних значениях. Конечно, в принципе, можно играть и на максимальных. Там как бы танки оптимизированы под этот процессор достаточно неплохо. Но все-таки периодически микрофрейзы могут встречаться, поэтому я бы рекомендовал тоже графику выставлять на среднем уровне. То есть тяжелые игры, учтите, что графику вам придется понижать до средних показателей. А если говорить за игры попроще, всякие там казуалки, естественно, все у вас будет на максималках без проблем. А при этом нагрев корпуса достигается до показателей в 38 градусов, я дискомфорта не испытывал, а процессор греется до показателей в 48. Это нормальное значение для процессоров от Snapdragon. Давайте посмотрим на яркость нашего фонарика. Как видите, по запасу яркости все отлично. Фонарик достаточно яркий и мощный. Значит, камера у нас здесь состоит из 4 модулей. Значит, основной модуль у нас на 48 мегапикселей IMX582. Достаточно хороший сенсор. Также широкоугольный объектив для макросъемки и портретный объектив. Значит, по поводу интерфейса камеры. У нас здесь, в принципе, все стандартно. Вот здесь включается 48-мегапиксельный режим, замедленная съемка в разрешении HD, панорама, профессиональный режим. Значит, запись видео максимально поддерживается в Full HD разрешении, 4K не поддерживается. И, к сожалению, нет стабилизации при видеосъемке. Это очень плохо. То есть для этого ценового сегмента я считаю, что стабилизация просто обязана быть. Недочет в этом плане. Ну вот здесь у нас можно включить такой вот цифровой зум 2x переключается, также вот здесь широкоугольный объектив меняется со стандартного на широкоугольный, супер макро объектив также можно включить, ну и размытие, это где у нас так называемый портретный режим задействуется, интервальная съемка. Значит, что могу сказать по поводу камеры? Не, ну как бы сенсор хороший, то есть здесь претензий нет, ну как бы реализация здесь в этом программном софте как бы не могу сказать, что прям таки идеальная. То есть мне кажется, что если вы хотите открыть в полной мере потенциал данной камеры, то лучше искать какой-то подходящий мод Google камеры и ставить сюда и экспериментировать. Кстати, проверял из коробки, здесь у нас IP-камера 2 доступна, как бы, то можно экспериментировать, просто нужно найти подходящий мод. Как бы в целом фотографирую достаточно неплохо, но мне кажется, что полностью потенциал здесь вот этот софт себя в полной мере не проявляет. Фронтальная камера на 32 мегапикселя, как бы такая вот стандартная, не могу сказать, что прям такие супер, но не сильно плохо. В общем, смотрите примеры фото и видео и оценивайте все сами. Давайте произведем тест камеры нашего смартфона. Значит, запись видео производится в Full HD разрешении, 4K у нас не поддерживается. Как у нас с фокусировочкой? Это все нормально, четко, быстро. Значит, стабилизации, к сожалению, в камере у нас нет, поэтому при ходьбе картинка будет дрожать. И это, конечно, очень и очень печально. Для этой стоимости стабилизация, я считаю, должна быть. Так, цифровой зум в 10 раз. В принципе, детализация, да, достаточно неплохая. Ну, качество видеосъемки, в принципе, хорошее, но то, что нет стабилизации, это, конечно, существенный минус. Теперь давайте посмотрим, как у нас снимает широкоугольный объектив. Ну, в принципе, неплохо. Захват, конечно, приличный. В общем, качество видеосъемки тоже достаточно неплохое. Но стабилизации опять-таки нет, и это печально. Давайте проверим запись видео при недостатке освещения. Как у нас с фокусировочкой. Как видите, все быстро, четко, дальний объект съемки. Чисто кадров все у нас хорошо. В полной темноте тоже полный порядок. Итак, фокус тоже определяет быстро. В целом снимает вполне годно. Теперь давайте проверим запись видео со вспышкой. Как видите, по запасу яркости все у нас в порядке. Да, Дарина, в порядке уже пора. С частотой кадров тоже у нас все хорошо. И с фокусировочкой тоже все быстро. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. Chance on faith, your mind's a ballast place.
Емкость встроенного аккумулятора стоит 4500 мАч. Значит, давайте посмотрим на результаты разряда смартфона в разных условиях. Час просмотра видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. Час игры в Asphalt 9 при таких же значениях яркости. И за ночь перекинуть сим-карте, насколько смартфон насадится. Как видите, показатели хорошие. То есть, ну, ощущается, что у нас здесь емкий аккумулятор, энергоэффективный процессор и AMOLED-экран. Благодаря этому автономность у него реально очень и очень годная. То есть, день гиперактивного использования без проблем выдерживать будет уверенно. А так, при средней эксплуатации на 2-3 дня вполне можно смартфон данный рассчитывать. Быстрая зарядка у него также поддерживается, то есть и скорость зарядки, и автономность у него классная. Итак, друзья, давайте подведем итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более объективным и наглядным, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. Что я могу сказать про данное устройство? Каковы его достоинства? Во-первых, я выделил, наверное, все-таки вот внешний вид и дизайн. Лично мне как бы вот эта стилизованная камера нравится, то есть смотрится он достаточно красиво и ново. А также в категорию плюсов я бы отнес качественный экран AMOLED с функцией устранения мерцания DC Dimming. Это ощущается, что у нас здесь реализована эта функция. Хорошая автономность съемки аккумулятора. Тоже в категорию достоинств можно отнести. Звук в наушниках вполне годный. Что еще сказать? Камера, в принципе, как именно по части фото фотографирует достаточно неплохо. То есть здесь у меня претензий нет. Касаемо недостатков, я бы выделил, наверное, во-первых, то, что у нас, к сожалению, нет стабилизации при видеосъемке. Для этого ценового сегмента, мне кажется, это такой вот существенный недостаток. То есть стабилизация, я считаю, что должна быть. И это, конечно, такой вот существенный недостаток компании Vivo. Это касается не только этого смартфона, то есть я и другие делал обзоры на смартфоны от Vivo, и там почему-то тоже нет стабилизации. Не знаю, с чем это связано. Vivo, компания, решайте этот нюанс, потому как теряете клиентов. Еще в категорию недостатков в какой-то мере можно отнести процессор. Я не могу сказать, что он плохой, 665 Snapdragon вполне себя неплохо проявляет, но для ценового сегмента в 20 тысяч рублей это, конечно, слабовато. То есть, хотя бы если бы сюда поставили процессор Snapdragon 710, то было бы как бы уже вполне конкурентоспособно. А так, все-таки конкуренцию с смартфоном Xiaomi и Realme в этом плане они будут проигрывать. В целом, как бы, в принципе, не могу сказать, что смартфон плохой, но сильно как бы он и не цепляет. И для того, чтобы сказать, что вот берите, покупайте. В принципе, если учитывать то, что на него сейчас есть акции, и при покупке этого смартфона можно получить в подарок еще и другой смартфон бюджетник, там в районе 7000 рублей он стоит, то это вполне интересное предложение. Если покупать с нуля чисто вот этот один смартфон за 23 тысячи рублей, то, конечно, дороговато. Что вы думаете насчет данного устройства, пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте. И ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. На этом большое всем спасибо за внимание. И до скорых встреч в будущих обзорах.